Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Покажу вам сегодня интересный проект по перетяжке салона автомобиля Toyota RAV4. Мы делали подобный дизайн, называем его в стиле S-класс, поскольку здесь расплетающиеся ромбики, фигурная перфорация, измененный рисунок сидений. В общем, такой дизайн, он характерен для S-класс купе в, теперь уже получается, предыдущем кузове, поскольку уже вышел новый S-класс, 223 кузов. Но, тем не менее, не умаляет привлекательности самого дизайна, но автомобиль, который мы его сделали в необычном сочетании цветов и материалов, нехарактерном, такого у нас проекта еще не было. Было много разных, кстати, если вы еще не в курсе, вот здесь есть отдельный плейлист по автомобилям Toyota RAV4, переходите, посмотрите. Эту машину мы перешивали из эко-кожи Napa со вставками из настоящей итальянской алькантары серого цвета. Она здорово сочетается, например, с пластиковыми накладками на стойке, с потолком. И, конечно, чтобы контраст не был таким резким и слишком ярким, мы добавили еще декоративный кантик, такой же светло-серый, но уже исполненный из эко-кожи по периметру сидений и, конечно, светлая отстрочка по бокам. В общем-то, здесь получился действительно очень яркий, клевый, уютный, симпатичный проект, который лично мне очень-очень понравился. Но мы не остановились на простой перетяжке в обычном объеме, а я напомню, что салон – это два ряда сидений, дверные вставки и центральный подлокотник. Помимо этого, доустановили подколенную опору на водительское сиденье, а на пассажирское добавили массаж. Вот такое необычное решение, потому что для супруги владелец выбрал установку массажа, а для себя подколенную опору. Помимо всего прочего, перешили еще несколько мелких деталей. Это, в частности, баранка руля, а также кулиска и ручка АКПП. Здесь светлая нитка, псевдоперфорация на руле по бокам. И, в общем, конечно, такой руль богаче смотрится, сделан симпатично, очень приятно, тактильно на ощупь. Новая кожа всегда такая бархатистая. И лично мне очень, конечно, нравится ездить с новым рулем. Я думаю, что владелец, проделав совсем не маленький путь, конечно, сейчас уже возвращаясь, испытывает совсем другие ощущения от автомобиля. Я должен сказать, что мы, перешивая этот автомобиль, столкнулись, ну, наверное, с удивительной, как говорится, пример приверженности бренду. Бренду нашей компании «Купи салон», ведь владелец этого автомобиля проделал путь из Барнаула до Москвы и сейчас находится уже обратно в своем городе, только лишь для того, чтобы мы оказали ему вот эти услуги. Оказывается, что в радиусе, как мы теперь понимаем, примерно 3000 километров от Москвы, нет компаний, которые способны были бы исполнить подобный проект в этом качестве, так, чтобы владелец остался полностью доволен. Представьте себе, что путь занял несколько дней, можно сказать, такой путь к мечте. И теперь, конечно, машина не только единственная в Барнауле, но и, конечно, очень интересная, уникальная даже, я бы сказал. Весь проект у нас, несмотря на его немаленький объем, занял всего 2 рабочих дня, поэтому приехав в понедельник, во вторник вечером мы владельца уже отпустили обратно. И вот такой красивый, яркий, заметный RAV4 теперь будет где-то на Алтае ездить. Мы приглашаем в гости к себе жителей любых регионов России. Есть даже клиенты, которые к нам приезжают из других, из соседних стран. И мы всегда показываем свои возможности, рады, что наши машины с выполненными нами работами ездят по всему евразийскому континенту. И мы, наверное, наполняем постепенно дороги нашей страны красивыми, комфортными, уютными салонами в автомобилях, с которыми уже поработали. Так что приезжайте в гости. Дорога длинная, оказывается, не препятствие. С нами можно как вот лично встретиться, так, например, отправить свой автомобиль на автовозе или на железнодорожной платформе, если вы, например, где-то на Дальнем Востоке находитесь, можно эвакуатором крытым с страхованием автомобиля на срок перемещения. Кроме того, можно демонтировать детали и отправить к нам. Ну и в конце концов у нас есть партнеры в некоторых регионах, которые могли бы выполнить часть подобных работ. И я счастлив, что наши дорогие клиенты, наши постоянные зрители становятся, ну, вот, счастливыми обладателями
обладателями таких уникальных, интересных проектов. Не буду петь много дифирамбов, должен лишь сказать в конце, что сочетание кокожи с алькантарой, на мой взгляд, лучшее из тех, которые вообще стоит рассматривать, ведь алькантара очень приятная, бархатистая на ощупь. Это и зимой, и летом спасает, то есть и при жаре, и в холодное время года. Кроме того, она имеет очень привлекательный бархатистый вид. Многие называют ее искусственной замшей, что, в общем, тоже близко к истине. Ну, а эко-кожа великолепно себя ведет на боковых, например, поддержках, при истирании, при механическом износе, препятствует ему. И, конечно, оба материала чрезвычайно практичны, долговечны, легко моются, чистятся и обладают очень такими привлекательными, тактильными, декоративными свойствами. Так что обращайтесь, будем рады и для вас сделать что-нибудь интересное и симпатичное. А пока подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. Конечно же, не забывайте лайкнуть это видео, если оно вам конкретно понравилось, и оставить пару комментариев, зашел ли такой дизайн, и если да, то что именно вы бы, например, выбрали для себя, для своего автомобиля. Может быть, вы уже имели опыт сочетания такого светлого с черным, такого контрастного, резкого даже, я бы сказал, сочетания. Надеюсь узнать об этом из ваших многочисленных комментариев. Не забывайте про наши аккаунты в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и в ТикТоке. Там мы регулярно публикуем свежие интересные истории о том, как выполняется тот или иной проект, и анонсируем будущие наши ролики. У вас всегда есть возможность связаться с нами по телефону из описания к этому ролику или по ссылке, которая приведет вас в мессенджер. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, запросы и поможем решить вашу задачу комплексно. Да, как вы видите, мы не ограничиваемся только перетяжкой салонов, но готовы и оснащать их новыми полезными опциями. Сделать шумоизоляцию, пошить коврики, установить массаж или вентиляцию, подогрев в руле или в сиденье, подсветку декоративную сделать, музыку улучшить и множество других опций для вашего автомобиля с радостью, конечно, предложим. Желаю вам удачи, оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. Пока!